Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Xiaomi 12. И сейчас я покажу вам, как настроить таймер в камере на данном устройстве. Для этого мы открываем камеру. И для того, чтобы нам включить и настроить здесь таймер, нажимаем на три полосочки сверху экрана. И здесь мы видим панельку с таймером. Можем выбрать 3 секунды, 5 секунд и 10 секунд. Я выберу 3, и сейчас мы проверим. Нажимаем и видим, как наш таймер действительно начинает работать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.